А сейчас, друзья, мы находимся в магазине, который называется Burlington Factory. И вот известная блогерша Наталья Квик проводит выездную сессию. Значит, мы показываем Оле, она недавно в Америке, мы ей показываем разные магазины, где можно покупать товар для бизнеса. И вот Оля ходит и говорит: ой, а вот эту фирму, она такая хорошая, вот в Россию не покупают, да, вот а вот эту. Ну вот она здесь знаменитая такая. Кеннес Коул, конечно, да, конечно. А вот в России как-то ее вообще не берут. Ну, но, это очень-очень известно. Наутика или вот, Наутика, как это? Наутика, это очень хорошая, известная да, фирма. Они да, они дорогие да. у нас, а вот в России как-то их не очень знают. Есть бренды небольшие, эти магазинчики. Да. Ну, и здесь... Потом вот эта вот тоже фирма Лангри. Да. Она тоже дорогая. Лангри, здесь, окей. Да, угу. Она здесь тоже ценится, а вот там у нас... Я такую знала. Не знаю, честно сказать. Ну, вот просто тут я тоже не знала. Ага. Пока не занялась этим бизнесом. Понятно, понятно. Много-много. Здесь много такой демисезонной одежонки, я бы сказал. Вот редко где столько можно увидеть курток там, например. Вот это Calvin Klein, да? Ну покажи, пальтишко, это оно такое. Ага. Почем вещь? У них есть какие-то дискаунты или это просто у нее основная цена и все? Есть, наверное. Вот сколько она стоила? Вот $200. Но вообще она вот стоила. В молах такие вещи по $400-500 да. здесь. А ага. в России вообще по 1000. По 1000 что, за пальтишко? Это Ralph Lauren. Ralph Lauren не подойдешь ты вообще в России близко даже. Ой, ты господи. Да. А с виду, знаешь, и не подумаешь. Да, так это облегченные куртки. Вот я, кстати, себе такую купила. Вот, так, а почем вот это? Классные. Я не вижу. Ну, вот такая на $100. 79. В изучении вот этих вот бизнес-оппортюнитис для тех, кто хочет купить дешевле и продать дороже, мы, друзья, оказались на громадной плазе. Это вторая по размерам плаза в Калифорнии. Называется она Great Mall of Milpitas. И на ней много-много-много магазинов. И это магазины такие, где продают все со скидкой. Так называемые аутлеты. Это Outlet Mall. И вот здесь много-много разных магазинов. И мы показываем эту плазу Ольге, потому что она живет относительно недалеко и как бы ей для бизнеса будет, может быть, полезно. Мы с вами, друзья, смотрим на магазин. Это фирма Gymboree, фирма детской одежды. Что да. мы скажем про Gymboree? Можно я скажу, как я вообще здесь на детскую одежду напала? Так как у меня двое внуков. Я пошла у нас в Петалума смотреть детскую одежду. И вот нашла такой аутлет. Это был Картерс, да. Ашкош да. и Gymboree. Да. И вот я сколько посылала вот этой одежды в Россию своим внукам. Во-первых, они яркие, у них такая одежда красочная. И у нас цены сумасшедшие, у нас как бы девчонки занимаются, там через контакт продают еще как-то, но там доллар в два раза дороже. Да. И посылки приходится формировать, потому что они не отправляют маленькими. Там несколько человек их как-то да. формируют и присылают. И с сайтов смотрят. И это бренд потрясающий. И на самом деле там недорого все это, очень недорого. Если здесь покупать, допустим, да. ну кто хочет заниматься, там все надбавку какую-то сделает. Да. И все уже, посылку небольшую отправить, ну сколько. Но здесь стоит. Дешевле, чем в обычном магазине. Здесь да. уже аутлет, да, здесь уже намного здесь дешевле. Уже снижу, да. А это, друзья, аутлет фирмы Victoria да. Secrets. Вот они даже говорят, что бесплатно вот зонтик дают. Народ знает в России Victoria Secrets? Знает, но у нас лично в городе, по-моему, нету. И она страшно дорогая, эта фирма. Так. Тут очень хорошее женское белье. Ага. И вот надо у Наташи спросить, у нее вот эта вот есть линия, что ли пинг почему-то называется. Да. И еще есть, допустим, там, где просто продают женское белье. Я сейчас еще покажу. Я купила блеск для губ. Тоже Victoria's Secret, совершенно случайно. Он как трехмерный. А сейчас не наложила? Ну, он у меня немножко им накрашен. Так. Мои сумки сразу, конечно, не найти. Да. И это тоже такой классный блеск. Ладно, мы на следующем видео, когда включим, я его да. найду. Договорились.
Так, показывай. Шрам блеск, вот это Victoria's Secret, голографический он. Да. Он как бы трехмерный, вообще классный, у него вот такая вот большая бутылочка. Так. И вот такая кисточка широкая, необычная. Шикарно, шикарно. Да. А вот Naturalizer, да, это известный вот это, магазин? Да, это я читала про нее, они выпускают обувь. Так. У них очки есть, и у них обувь... Из натуральной кожи. Да, натуральная кожа, и у них они сделаны. Это вообще обувь выпускают для деловых женщин, которые очень много передвигаются. Понял, женский и, магазин. Да, и у них очень удобная обувь именно для... Вот я отсюда женщин. Вижу, вот там висят красные такие знаки, написано распродажа 50-80% скидка. Она не дешевая. Она не дешевая. Она очень хорошая. Saks Fifth Avenue, друзья, это очень дорогой магазин, один из самых дорогих. И тут вот есть у них, ну, как бы место, где распродается. Не то чтобы оно за 3 копейки, но вот видите, написано, что ежедневно там до 70%. Не значит, что на все 70%, и не значит, что даже если 70%, то за даром. Такого тоже нет. Да, он дорогой. Дорогой. Знаменитая блогерша увлекла нас в магазин Coach Factory. Сумочками, видимо, интересуется. Вот сумка на клиренсе. 271. Это она уже на клиренсе 271. Да. Ну хорошо. Ну, это как бы дорогие вещи, да, вообще. Да, изначально дорогие. Тут тоже можно выловить, но ага. Дорогие. Вон там я вижу целый раздел, вот целая стена, и там клиренс. Вот вы видите сумочку из натуральной кожи, но нам дали какой-то купон на входе. Скидка 50%, да? Ну, якобы можно. Якобы. $200. $200 за сумочку. Я не знаю, я знаю, что женщины некоторые с ума сходят по сумочкам, но меня в этом смысле Бог миловал. Светлана у меня совершенно... Она удобство, конечно, ценит, но конкретно бренды ей без разницы. Ну, этот бренд, его можно носить 20 лет, они даже дают гарантию, что по 20 лет они могут починить ее. Ага. Оленька, что это такое за бебе? Скажу, это Наташа мне сказала, я от Наташи узнала этот да. бренд, что он вообще классный. Я видела кофту Бэби. Бибе. Бибе. Так. И Наташа тогда кофту мерила, я видео смотрела. Мне да. очень понравилось. В Израиле этот Бенямин Нетаньягу, его тоже Биби называют. Такое название вообще я бы так. пришла и не заметила, честно сказать. Так. Бибе. 40% говорят, скидка на топс. Ну что же, идем пока. Вот они. Почем, да. почем маечки, скажи? Ну, наверное, не дешево. $40 вот это вот. Так. Ну, с налогом 45, наверное, да? Ну, там, наверное, дискаунт еще какой-то, нет? Тоже 45, ну, вот. Поди знай, поди знай. Ладно. А вот, друзья, мы попали на сакральное место, где 50% клиренс, 50% скидка. Вот. Обувка, шмотки, трикотаж какой-то. Боже, думаю я, как хорошо, что я мужчина, и мне все это пофигу. Совершенно пофигу. Да. Есть. Так, это что? Это просто мех. Это боа? Да, посмотри, как. Ага. Так этому надо волосы такого же цвета, не? $80. 80, у тебя еще вот тут вот перышко на щеке. Вот, такие. Вот. Наши девочки не гонятся за большими скидками. Вот тут всего 30%. Она вообще на любой размер. Это безразмерные вещи. Вот еще что. Почем вещь-то? Безразмерная вещь, почем? Вот бирочка. 69. 69 долларов? 70. Так-то, если подожди, минус 30%. Да? Ну вот же стоит. Ну вот. Я еще возьму дальше. Минус $20, то есть это будет полтинничек. Вот эти фразы, кстати, они вообще не отпадают. Нет. Да, хоть сколько стирать можно, уже... они не отпадут никогда. Удобно. Да. Вот смотрите, как мы тут, Майкл Корс, и рядом с ним Калвин Клайн. Прямо, можно сказать, затюкали людей брендами. А мы, на самом деле, хотели еще и покушать тоже, а то проголодались.
А вот известная каждому россиянину компания «Колумбия Спорт Товары». Вот она тут. Limited. А Limited у вас знают? Я не знаю. Понял. Хорошо, ты знаешь? Thanks. Calvin Klein. Так. Как Calvin Klein пользуется успехом? Конечно. В России, да. И как? Причем у нас в городе есть только мужская линия, вот я видела, а женской нету Calvin Klein. И мне в Сан-Франциско тоже сказала там продавец, ага, что всего несколько бутиков вот этих Calvin Klein. Я не поняла, то ли в Америке, то ли в Калифорнии у нас. Вот какой есть Сан-Франциско. А вот Найман Маркус. Наташа, скажи пару слов. Вот этот вот, да? Скажи пару слов об этом непростом. Это недорого. Я в тот раз снимала здесь видео. Оля, а вот этот H&M, да, вот я видел такие в Амстердаме, например, и в Италии видел. Это та же самая сеть? Да, и в России, вообще море. Сейчас медсестра, когда у меня приезжала, она сказала, что тут цены гораздо. А эту, знаешь фирму Clarks? Да, это очень обувная, хорошая. Обувная, да, шикарная, вообще, шикарная. У них натуральная кожа и тоже вот... Очень удобная колодка. А да, вот я женскую не могу сказать, а мужскую да, могу сказать, что она классная, изумительная. Ауда? Это что, сейчас мы вернемся? А где мы видим? А, вон там. Такое ощущение, что там как ремонт. Ребят, там ремонт идет. Нет, почему? Согласно показаниям Ольги про Timberland, ее тоже спрашивали. В Америке Timberland известная фирма, но не то, что какой-то топовый бренд там. А вот это Aldo. Именно здесь обувается наша блогерша Наташа. Пожалуйста, тут 50% скидки на все подряд. Это неудобное, да? Очень. Наташа любит сапоги. Наташа, а где же ты во Флориде такие сапоги носишь? Объясни мне. У нас во Флориде бывает зима тоже. У нас во Флориде бывает холодно и так, что я одеваю кашемир и свитер, на него пуховик, сапоги, и еще все равно говорю, мне холодно, дайте мне перчатки. И перчатки. Вот этот пингвинчик тоже очень известная компания. И вот говорят, что весь магазин от 50 до 70, то есть минимальная скидка это 50% вот на все, что тут есть. Ну, я его знаю как да, мужской, но, может быть, женская тоже есть, я просто не в курсе. Мы вообще не знаем о нем. А, я понял. У них, я знаю, у них рубашки. Рубашка очень хорошая, мне нравится. Вот у нас фирма Guess. Так, девушки пошли, встали тут в таком месте, чтобы... Ну, вы станьте как-то так эффектно. Эффектно. Хорошо, хорошо. Продолжаем движение. И ничего сегодня не покупаем. Михаил нам устроил просто такой день, он показывает нам магазины, и оказывается, он знает. Мы вводим Ольгу в бизнес. Нехай торгует. Да, а Наташа нам говорит, как все правильно называть, потому что это... Ну, Михаил тоже знает. Знаете, вы мне напомнили, у меня бабушка была из семьи, сейчас я скажу, ее родители, ее папа был мясник, то есть он покупал скот и у крестьян, и они разделывали. А ее муж был из семьи домовладельцев. Они строили многоквартирные дома и потом эксплуатировали. То есть она как бы выросла в такой коммерческой среде. У нее муж потом был Непманом вот в 20-е годы, дедушка мой. И как-то раз мы шли, это были 60-е годы, мы шли по городу Электросталь, это подмосковный городок. Она там жила и много лет работала в школе, учительница немецкого языка. И знала многих. Она преподавала в вечерней школе. И знал очень многих. Город небольшой, ну, короче, мы идем, стоит девочка молоденькая, там лет 20, и с лоточком таким галантерейным, возле галантерейного магазина, на улице стоит. Ну, и они языками зацепились, как этот, как тот, там, значит, женился, развелся, там, дети, туда-сюда. И бабушка вдруг ей говорит, она говорит, скажите, а вы, говорит, на зарплате или у вас есть какой-то интерес? Она говорит, ну, у нас премии там за выполнение плана. Она говорит, о, говорит, бабушка, немножко переводя, сидишь на русский, и она говорит, я дам вам торговать. Да, я дам вам бизнес, как бы, да, мы сказали, я дам вам торговать. И начинает смотреть пристально, что у нее на прилавке лежит, и не найдя ничего такого для хозяйства существенного, она говорит, ну, говорит, ладно, дайте мне две коробки спичек. Вот, так что мне эта история пришла на память, потому что такое разнообразие, как здесь, тут двумя коробками спичек да, не отделаться. Тут можно... Это в Антирее, вспомнила, раньше уже были, точно. Да.
Тут можно реально дать людям торговать. Сейчас еще не найдешь. Но... Нет спичек? Изобилие, изобилие. А где ты купишь спички сейчас? Откуда я знаю? Я что, пользуюсь? Спички – это сейчас раритет. Ну, друзья, все знают Пола, компанию, которая от Ральфа Лорена, но это не совсем то же самое. Движемся дальше. Так, мы видим, смотри-ка, мы видим компанию Adidas. Смотрите, вот, девочки, справа компания Adidas, которая напоминает стихотворение моего детства. Сегодня носит Adidas, а завтра родину продаст. Вот, давай. Если... Приличная? Ну да, если так. Вот раньше парень носит фирму Adidas, то все женщины его. А. Ну все женщины на него вообще будут нападать, потому что их круто в фирме Adidas ходить. Понял. Все женщины будут падать. Понял. Levi's, друзья, есть ли кто-то, кто бы не хотел оказаться сейчас в аутлете фирмы Levi's? Ах, 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 какие ностальгические вещи. Как дорого бы многие отдали за это, за все, в те годы, когда хотелось всего и ничего не было. А сейчас мы с вами живем в мире пресыщенности, когда все есть, но хранить негде. Хотя многого еще хочется. О'Нил. Оля, знаешь, что такое О'Нил? Его зовут Джек О'Нил. Нет. Джек О'Нил – это житель нашего Санта-Крус, который придумал костюм для водоплавания в холодной воде. И у него сеть магазинов. Они продают все для серфинга. Вот. Классно, я не знала. Да. А это Guess. Guess. Можно сказать Guess What? Да. Так. Хорошо. Томми. Но в Томми мы должны зайти, правда? Да, это давай, мы должны зайти. Да, джинсы мы сейчас найдем, где джинсы продают. А вон они, да. Пойдем. А вот курточки, смотри, какие беленькие, да, красненькие. Конечно, да. И рубашки. Я до сих пор, знаешь, вот я сейчас практически ничего не ношу, но меня как-то пробирает вот от этого всего. Мне это нравится. Классно. Джинсики. Что-то мало стало джинсов. Раньше ты не знаешь, сколько их тут висело. Прямо, да. Почем вещь? Ну, здесь $55 получается. Это дорого. Это да. В аутлете должно намного дешевле быть. Подожди, что это такое? Вот. 35. Сейл. А, 35, окей. Да, ну без налога. 35. Было 50, а стало 35. Ну тогда ладно. Угу. Да, 35 нормально. Для таких штанов классно. Нормальная цена. Угу. Вот, друзья, громадное магазинище Group USA, о котором лично я ничего сказать не могу. Кроме того, что вот тут на передней витрине новобрачные платья, такие свадебные. А может и не свадебные? Промплатья. Промп? Окей, да. Это на выпускной вечер. Ну да, это актуально, актуально. Ош, кош, пожалуйста. Детская одежда. Да, это детская. Прекрасного качества. Это яркая, просто вообще. Ольга рекомендует, у кого я есть дети. Знаю, потому что для весь внуки я вообще баба. А, так твои внуки ходят? Конечно. Ош, кош. Все. Друзья, у кого внуки не ходят в Ош-Кош, может быть, вы что-то должны переосмыслить. А вот у нас Old Navy. Это как Walmart. Как Walmart? Ну, по мне, да. Нет, ну это же одежка. Ну, так я говорю, одежда, качество, как Walmart. А. Ну, тем не менее, это бренд, и он такой довольно симпатичный по-своему. Качество скромненькое, да. Качество скромненькое. Так. Ага. Это обувной. Что здесь все? Вся обувь всех брендов собрана. Это как, ну... Ну, недорогая? Или как? Ну, тоже скидки, но вот тут кроссовки дорогие. Вот я заходила, ага. $60-70 на скидках. Подожди, это в... Скетчерс. Многие бренды собраны вот в этом магазине. В аутлете? Тихо-тихо-тихо. Ага. Ух ты, как красиво. Посмотрите, такого фудкорт. Фудкорт, конечно, да. Здесь много фудкорт. Мы сейчас найдем, мы обязательно найдем. Это тоже магазин. Кеды очень популярны. Какой? Ванс? Ванс, да, он тоже у нас дорогой. Ага. Молодежь обожает кеды, наподобие клопера. Ты знаешь, что я думаю? Надо такие шопинг-туры предлагать. Пускай люди приезжают там, сразу соберутся, приедут человек 10, да, оттуда. И ты их поведешь по магазинам,
Вот, и будешь им показывать, они будут приобретать, например. Шоп-туры, да? Шоп-тур, да. Ну, конечно, билеты денег стоят, это правда. Боже, а это что? Children's Place. Это тоже детский магазин, называется «Детское место». Вообще хорошее название. «Детское место». До 60% распродажи. Но мы не заходим так. Вот давай так, ты считаешь, с точки зрения вот, бизнеса, да? А вот детская обувь, там, смотри, вот Kids Foot Locker. Ты считаешь, ты сегодня увидела что-то, что представляет интерес, и нужно поглубже разобраться? Я столько увидела. Тут вообще... Но время нужно. Это нужно время, это нужно ходить, это нужно бренды узнавать. Да. Цены выискивать. Мы на самом деле даже почти не заходим. Вот Уги. Что? Что? Расскажи, что такое? Вот, вот видите Уги, это австралийская фирма. UGG, вот эти. Да, их Аги. Называют Уги, да? Аги. Ну вот в России Уги. Так, и чего они? Это вообще незаменимая вещь, потому что это теплые. Ага. И, ну, у нас же морозы, вот на Урале, там, в Москве. Понял, но здесь разные, видишь, там но и Пола. У нас тоже очень дорогие, даже через сайты их продают. Окей. Это австралийская фирма, вот это Уги. Как интересно. Ну, 2G. Лакост. Да. Окей, то есть это такой обувной магазинчик, где много всякого. Да, тут тоже столько. Я не вижу, вот мы уже сколько прошли, я не вижу места, где бы хотелось поесть пока. Да, я тоже, но... Так. Как-то грустно становится. New York and Company. New York and Company? New York. Ага. Vitamin World. Вот для тех, кто этими БАДами да. торгует. Хотя, может быть, правильнее, знаешь, где-нибудь на интернете покупать, нет? А не отправляют интернет-магазины. Но, многие магазины не работают с Россией. Но ты же можешь купить здесь, например, в интернет-магазине да, и отправить. Ну да, кто вот этим занимается, в принципе, находят таких людей, которые на свой адрес разрешают отправлять посылки, так. со своего адреса уже отправляют вот заказчикам. Ну, я этим не занимаюсь. Понятно. Да. Многие этим тоже. Так, а вот какие-то тут коржики, я не знаю. Когда вы, друзья, приедете в Кремниевую долину за шмотками и придете на тур по этому моллу с Ольгой Брукман, не разменивайтесь на подъедание всякой дряни в мелких ларьках, а приходите вот сюда, в большой такой фуд-корт. Там и Макдоналдс, и тайская еда, и итальянская, много-много, корейское барбекю, чего тут только нет, мексиканская. Так что вот, вот тут и кушаем.